aşağıda içmiyorsunuz. Arkadaşlar herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanala. İsmim Can. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir arabanın içindeyim. Bu benim eski arabam. 5 sene önce aldım. 800 dolara aldım bu arabayı. Çok emektar bir araba. Renault Twingo. Yani Türkiye'ye kadar geldim bu arabayla. Marmaris'e kadar. 7 gün içinde gitti. Neyse, maşallah diyelim. Bugün yine internetten tanıştığım bir kızla buluşmaya gidiyorum. Anya diye ismi. Fotoğraflarından gördüğüm kadarıyla bayağı kokoş bir kız. Yani sosyete, öyle söyleyeyim size. Ben de bu arabayla almaya gidiyorum onu. Senin kırmızı kabrioletimle almaya geleceğim dedim. Arabanın ne olduğunu bilmiyor. Ben de bugün birazcık pinti bir tip olacağım. Bakalım kızın benim pintiliklerime tavrı, tepkisi ne olacak? Komik ve eğlenceli bir video olacağını umuyorum. Umarım izlerken eğlenirsiniz. İyi seyirler hepinize. Korna çalışmıyor. Привет. Аня. Ча. Приятно. Мне тоже. Как дела? Ну, нехорошо. 18 километров приехал. Далеко живешь? Далеко живу? Ну, вообще-то я в центре живу. Ну, значит, я не в центре живу. Топливо дорожело так, понимаешь, уже. Ну ладно, как у тебя, как дела? Тоже хорошо, вот. Хорошо. Решил с тобой прокатиться. А это и есть твой красный кабриолет, про который ты мне рассказывал? Да. Да? Ну, кабриолет же. Ну да, прикольно. Ну. И красный, ну немножко бордовый, да. Я специально куртку подобрала в цвет твоего кабриолета. Куда поедем? Есть у тебя какой-то план? Не знаю, у меня там можем съездить, кофе можем попить. Или... О, я знаю очень классное место. Один ресторан. Кстати, здесь недалеко, в центре города. Как ты относишься к Свободе 4? В Макдональдсе может быть кофе попить? Нет? Лучше кофе в Макдональдсе. Нет. Мне не нравится кофе в Макдональдсе. Ну, я спокойно отношусь к Макдональдсу. Обычно ходят не в Макдональдс. Но если ты настаиваешь, то можем сходить и туда. Ну, посмотрим. Сейчас подумаем, что. А ты чем занимаешься? Работаешь? Учишься? Работаю. Уже работаешь? Давно работаю, да. Слава Богу. Слава Богу? Почему? Ну, потому что студенты бывают без денег. Работающего человека. А ты ищешь работающего человека? Не, я не ищу именно. Я просто, ну, просто слава Богу сказал так. Просто слава Богу, да? Странный ты парень. А ты работаешь? Да, работаю. А кем ты работаешь? Сейчас работаю. Ну, я летом работаю в гостинице в Турции. Летом в гостинице в Турции? Да. А я и летом, и зимой, и весной, и осенью здесь, в Беларуси, в онкодиспансере. Хорошо зарабатываешь. Такие вопросы у тебя, Джан. Ну, хорошо зарабатываю. Вполне достаточно, чтобы покрыть все свои расходы. Ага. Только свои, ничего больше не остается? Ты на что-то претендуешь? Нет, я просто спрашиваю, просто так. Интересный ты человек. Как-то, мне кажется, слишком агрессивно уходишь. Тебе не кажется, что твоя машина вот-вот развалится? Она не развалится. Не развалится? Она хорошая. Ну, она неплохая, но просто... Хорошая, дорогая машина, ты что? Жвачку. Да. Ладно, я покажу сам. Спасибо. Не хочешь?
Ну, целая она много. Нет? Ты такой экономный. Ну. Тебе никогда никто не говорил. Ну, знаешь, то есть не хочешь, да? Кушай, кушай. Я не буду. У нас в Беларуси говорят, копейка рубль бережет, поэтому в чем-то ты прав. Жан, тебе не кажется, что ты слишком агрессивно водишь? Нет, нормально. Свой красный кабриолет. Нормально. Издевайся с моей машиной. Нет, прости, пожалуйста, если тебе так показалось. Нет, я, может быть, я неправильно понял. Может, я неправильно поняла твои вопросы по поводу моей зарплаты? Что, плохо вожу машину, что ли? Ну, неплохо, конечно, но мне иногда кажется, что немножко у тебя агрессивная манера вождения. Здесь, кстати, часто камеры стоят. Ты так не делал. Все, пожалуйста. Уже реально не смешно. У тебя хорошее настроение? Да. Просто немножко далеко ехал, поэтому расстроился. Вот топливо растет, цены на топливо растет. Мне очень жаль, что так получилось. Ну ладно, забудем уже, не будем думать об этом. Если что, я буду латте. Угу, хорошо. Латте до наша дэйч мюсус. Что-что? Что? Ничего не сказал. Кашлял просто. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, одну американо. И латте одно. И один пирожок, пожалуйста. Слушай, дальше. Пирожок. И пирожок один, пожалуйста. Вишня или яблоко? Вишня. Вишня, да. Хорошо. Что мы заказываем? Будет 8 рублей 95 копеек, пожалуйста. Хорошо. Пирожок так 4 рубля стоит. Ну, это не так много. Сколько она сказала? Я 8 рублей. А у тебя будет там 8 чем-то рублей? Оплачивала бы ты, было бы хорошо. А? Будет? А ты не хочешь меня угостить? Ну, я бы хотел угостить, понимаешь, уже конец месяца почти, да? Ну, у тебя не будет, нет? Ну, у меня-то будет, конечно. Если тебе не сложно, конечно. Ну, как тебе сказать, мне, конечно, нелегко. Здравствуйте. 8.90. Я поняла. Обычно парни угощают. 11.10, пожалуйста. Спасибо. Я в следующий раз угощу, хорошо? Хорошо, договорились. Да. К сожалению, кофе не наливается. Справа. Хорошо. Спасибо. Так, давай я мелочи себе заберу, да, туда оставишь. Что будешь делать мелочи? Чтобы у тебя в сумке. А у меня есть специальный кармашек для мелочи. Спасибо. Пожалуйста. Это... О, давай. Ни разу не пробовал. Мой пирожок? Чуть-чуть, я чуть-чуть, ты хорошо? Ну. А у меня есть варианты?
чуть-чуть возьму. Тебе жалко, что ли? Нет, не очень. Приятного аппетита. И тебе. Как пирожок? Вкусный. Очень. Она обиделась? Нет, я знала, что заказывает. Если хочешь, могу объехать, еще раз можешь заказывать себе такой же. Нет, я уже в другой раз. Спасибо. Это не бывает скидка из-за того, что ждали так долго? Не бывает такой? Извините, пожалуйста, но мы просто запарковываем машины. Нет, нет, иногда бывает такой, допустим, если минута, да, опаздывает заказ, так ты забираешь бесплатно. Это у Макдональдса бывает такая. У Макдональдса была, сейчас нет. Более 5 минут. Ага. Это решает менеджер. А, понял вас. Хорошо, спасибо. До свидания. Вкусный пирожок, да? Северсен. Чака. Пирожок, говорю, вкусный. Есть торговый центр. Торговый центр? Да. Допустим, можем там погулять, можем там где-нибудь посидеть. Ты хочешь что-то купить? Или ты хочешь, чтобы я что-нибудь купила? Ладно, я шучу, шучу, извини. Покажу. Ну, в кино было бы неплохо. Ну, кстати, да, можно сходить. Давай сходим. Я давно не сходил просто. В кино там новый фильм. А что сейчас крутят? Сейчас там, как называется, парни, плохие парни. Плохие парни? Кстати, там можно посмотреть. Да. Я уже посмотрел, там в 18.30 есть сеанс, ну, да? 7,5 билет. 7,5 рублей, ну хорошо, нормально, давай смотрим. Но на двоих 15 будет. Если вот 7,5, 15 будет. У тебя нет 15 рублей? Ну, ну ты просто такой акцент сделал на эти 15 рублей. Не, я же, это конец месяца, понимаешь, немножко там. Ну ладно, давай тогда не пойдем, без проблем. Не пойдем? Ну ты же говоришь, что нет денег. Не, я имею в виду, там недорого это кино, да? 7,5 рубля один билет. Ну да, да. 7,5 рубля второй билет. Да. 15 рублей. 15 рублей. На двоих будет. Ну я могу заплатить за себя, ты заплатишь за себя. И заходим. А ты за мной не можешь платить. Я бы тоже, допустим, в следующий месяц я бы платил. Нет? Но там недорого, потому что 7,5 рубля. Я помню, и 7,5 рубля, и получается 15 рублей. Да, конечно, я запомнила. Вот. Ну, хорошо, давай я тебя свожу в кино, но в следующий раз ты меня сводишь в кино. Хорошо, конечно, могу. Ты только где-нибудь запиши, а то опять подойдет конец месяца. 7,5 рублей, 7,5 рублей. У меня нет, 15, потому что да, у тебя 15 рублей будет, да? И Макдональдс еще 8 рублей. Хорошо. Запишешь, да? Запишу. Ну тогда поехали в кино. Слава Богу. Я потому что, ну, там, фильм давно хотел смотреть, чуть его уже не будут показывать, чуть скоро. Ну ты там помнишь, да? 7,5 рубля для меня. 7,5 это меня. 15 получается. 15, еще да. Там, допустим, попкорн, кола ровно 20 рублей выходит. А губа не треснет? Что? Губа не треснет? Это что значит? А это у нас в Беларуси так говорят. Что говорят? Когда слишком жирно. Что это значит? Когда попкорн еще. Можно без попкорна, да? Ну тогда без попкорна, да. Там подумаем, может. Там подумаем, да. Там. Может, тебе пахнет, захочется. Захочется. Тебе купить попкорн? Нет, тебе может самому захочется. А я не ем попкорн. А.
Но зачем кофе? Каждый раз, допустим, парни уважают оплачивать? А я говорю, этот раз у меня мало денег. Я второй раз я буду все оплачивать делать. Я могу, допустим, как-то уже буду зарплату получить в начале месяца. Куплю семечки, кола, приеду к тебе там возле подъезда. Посидим, семечки поедем, колу попьем. Семечки, кол? Хочу тут на заправку сходить, топливо, потому что заканчивается. Это что такое? Это камень было? Залетел через твой кабриолетский крышу. Хотели заправиться немножко, да. Заправиться, да? Да. Топлива мало. 92-й, да, мне надо наливать. Только же катались вместе, да? Сколько еще мало? Ну, катались, я приехал, тебе забрал, да, так далее. Вот. Давай, может, там по 10 рублей скидываемся за заправку, да? Слушай, 10-20 скидываемся. Ты серьезно? Ну, я же приехал, там тебе забрал, потом поехали на Макдональдс, поехали. Слушай, мы на Макдональдсе затарились за мой счет. Ну да, ну я же... Приехал до твоего дома, и до подъезда. И мы едем в кино за мой счет. Но это пополам хотя бы. Тебе не кажется, что все это уже перебор? Ну. Слушай, я, конечно, ну, всяких парней встречала. Но таких... Ну, понимаешь, нет, извини, нет. Пожалуйста, я, наверное, все-таки лучше пойду. Как-то мне сегодня твоя компания, если честно, нет, не по душе. Не злись, не злись. Нет, все. Ой, ты, конечно, прости, но просто, ну, серьезно, у меня такое чувство, что это какой-то развод. Нет, нет, просто понимаешь, я просто... Я все-таки девушка. Ну да, я все понял, тебя услышал, просто, но это вот сейчас, допустим, если ты меня покинешь, то да, у меня вообще топлива нет, я никуда уже не еду. Послушай, ну ты не нормальный человек. Дверь закрой, холодно. Сколько тебе дать? 10, 20. Все, это наша последняя встреча. Я думаю, как бы достаточно экспириенса в моей жизни. Ладно, ладно, я просто шутил, понимаешь. Просто, ну, это такой развод был, да. Я тебе просто, ну, на камеру снимал, там в мешке внутри камера есть. Ну, там вот видишь глаз, да? Ну. Вот, это, ну, там камера внутри, и мы просто, ну, у меня ты просто придурок, YouTube канал. Дурак. Вот, и просто тебе так шутили. Слава богу, господи. Я уже просто начала разочаровываться в мужчинах полностью. Кошелек свой выкидывала. Оставь да. себе, оставь себе. Слава богу. Забираю кошелек. На, возьми свой кошелек. Так тебе не нужно заправиться? Нет. В итоге. Денег нет! Поедем в кино. Денег нет! 7,5, 15. Попкорном 20. Говорим что-нибудь, а? Говори, чтобы... Говорим что-нибудь. Ребята, это было... Подписались. Чтобы лайк поставили. Вы, конечно, можете подписаться на этот канал, поставить лайк, но на этого мужчину по жизни подписываться, ну, стремновато. Прости. Зато можете, кстати, зафолловить мой инстаграм Энн Максакова, потом ссылочку дам. На твой тоже подписались, что ли? Конечно. Ладно, тоже куда-нибудь сюда положим. Кстати, спасибо за кофе все равно. Да, пожалуйста. В следующий раз за тобой.